Так, и также сейчас HDR работает при 30 кадров в секунду. У нас всегда работает HDR запись. Кстати, неплохо для такой камеры, для 2-летней давности флагмана. Очень неплохо снимает. Ну, лучше там, чем некоторые бюджетки, среднички. Вот, фокусировка у него работает. Все, пожалуйста, хорошо работает. Фокусировка тоже. На фронталке. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Днем она отлично снимает, просто великолепно. Если еще настраивать экспозицию, как качественно более. И, кстати, ночью есть экранная вспышка, она тоже очень-очень неплохо срабатывает, очень хорошо работает, довольно-таки неплохая фронтальная вспышка, то есть камера экрана. А так камера, конечно, будет похуже, чем новые модели S20, там S20 плюс, там уже 32 мегапикселя идет и тому подобное. То есть 110, а там уже 30-32 мегапикселя камера будет у вас фронтальная. Как-то они там сделали объединение пикселей в 4. То есть с 10 до 30. Вот как она объединяется там. Ну, интерполяция. Конечно же, это тоже нечестное разрешение. Честное, у них 10 мегапикселей. Ну вот, допустим, вы сильное различие заметите в 8-10 мегапикселей фронтальной камере. Я думаю, что нет. Но Note 10 имеет, конечно же, то же самое. В камеру 10 мегапикселей очень качественно. Ну, и Note 9, я думаю, нету практически разницы между ними, особенно в дневное время суток, когда либо пасмурно, либо солнце, вообще практически любой телефон хорошо снимает. Но сейчас мы видим, что и Note 9 отлично справляется. Светосила у дальней фронтальной камеры f1.7. А вот у новых флагманов, кажется, нет, не новых, которые год назад вышли. У S10 и Note 10 у них светосила фронтальной камеры, насколько я не ошибаюсь, f1.9, кажется, по-моему. Ну, я, если что, в комментариях еще подробно напишу об этом. Я смотрел характеристики f2.0 и f2.2, кажется, он переключается, вот как, чтобы разная глубина резкости была. А вот тут вот 1.7 и глубина резкости, конечно же, стандартно. Но тут же Wave Focus есть эффект. Но для видео так и не добавили. Хотя для него достаточно и одной фронтальной камеры. Не нужно две фронтальные камеры, естественно. Так вот, стабилизация на фронталке, хоть и цифровая, но она достойно, в принципе, работает. Тем более, по дефолту она почему-то отключена. Корейцы не хотят, чтобы вы пользовались стабилизацией на своем флагмане. Они, наверное, планируют ее внедрить в новые флагманы линейки S21 и сказать, что теперь цифровая стабилизация есть, и это супер возможность там. Но они оптическую хотят со временем придумать. Конечно же, оптическая будет получше. Ну, так и так хорошо. Цифровая, в принципе, стабилизация. Все хорошо работает. Вот сейчас и автофокус. И тут не сильно кропается картинка на фронталке, конечно же. Потому что эта стабилизация тряску уменьшает. Вот. Ну, программным методом, конечно же, но неплохо смотрится, в принципе, фронтальная камера на Galaxy Note 9. Хорошо снимает, отлично прямо. Ну, получше на том же там, чем A50 и так далее. И тем более в темное время суток у них выигрывает. У нее полноценный автофокус, еще раз вот пример показываю. Вот, допустим, вот там вот что-то стоит. И смотрите, она фокусируется. Вот сейчас она на руку мою фокусируется, а сейчас она вдаль туда фокусируется, именно фронталка. Не во всех фронтальных камерах есть автофокус.
только в основном во флагманах Самсунга. А на остальных там на Huawei, по-моему, не на всех моделях автофокусировка есть, особенно 2018 года. Но здесь пока что, то есть этот флагман старый способен еще IA51 по качеству съемки, IA71, несмотря на то, что тут только вот HD при 30 кадрах в секунду, а там уже 4К может быть и даже 60 FPS. Но все равно, как бы, понятное дело, что это не имеет значения. Тут вот HD 30, и тут лучше, чем у них записывает, несмотря на то, что там, опять же, 4К плюс 60 кадров в секунду.